Всем привет, привет! Вы на канале у Патриси. Сегодня мы идем протыкать это гуши уши и делать сережки, как у меня. Сегодня мы идем и протыкать, одевать сережки. Но сережки еще не обычные, да, специальные медицинские, чтобы у них. Что там, киса? Беатриса увидела кису. Но эти сережки будут не такие, как у тебя, Патриси. Сережки будут специальные, такие медицинские, чтобы ушки еще не загнили, чтобы у них не были вавки. Пока ушки заживут, у нее будут специальные медицинские сережки, а потом мы выберем ей новые сережки красивые. Обычные для больших. Обычные для больших. И тебе тоже потом выберем сережки. Беатрис, ты готова? Беатрис еще не понимает, что мы едем делать. Сейчас она, конечно же, будет плакать. Поехали? Бери коляску, поехали. Молодая мамочка, едь. Коляска больше тебя. А где там Беатрис? Видно ее? Беатриса, киса? Ты потеряла папу? Так, ну что, мы пришли в магазин, где прокалывают уши. Только будут здесь прокалывать уши по специальным, по новой системе. Вот новая система. Да, без пистолета. Вот это новая система. А мне делали с пистолетом. Тебе делали с пистолетом, да. Такая новая система, которая штучка такая одевается на ухо и прокалывается дырочка. Она вся такая, знаешь, стерильная. Вот. Вот здесь написано прокалывание за секунду. И сейчас ей проходит, и мы выберем сережку. Пойдем выберем ей сережку. Беатрис, ну что, будем прокалывать тебе уши? Да? Беатрис ничего не понимает. Сейчас пойдем выберем ей сережки. Давай выберем вот сережки из этого вот. Давай выбора. Вот эти беленькие. Не. Или беленькие, или вот. Беленькие это чересчур большие. Давай вот это. Давай вот эти сережки. Не, давай голубую. Вот эти цветочки, смотри. Давай голубую. Хочешь вот эти цветочки? Ей. Ну, нет, давай выберем вот это. Это очень большой камушек, ей будет мешать. Цветочек? Да. Не, камушек будет... А, цветочек? Вот этот цветочек ты да. хочешь? Вот этот? Да. Давай, тогда выберем вот эти цветочки. Мне тоже нравится. Не, что, вот эти два или ну, один? Ну да, два. Мы же и два уха будем прокалывать, надо два выбирать. А. Все, тогда берем эти. Все, сейчас будем ее прокалывать, когда проколем, начнем снова снимать. Ой. Так, пока что... Беатрис намазали специальный крем на ушки, вот они, на мочки ушей, чтобы у нее эти мочки замерзли, и ей потом будет не больно. Сейчас еще пару минут, и Беатрис будут прокалывать ушки. Беатрис вам подарили какую-то помаду для взрослых теть. Ну, это ей дали ей просто подержать. А Патрисе подарили, что тебе подарили? Какую я сладость? Такое вообще не люблю. Не любишь такое? Нет. Так, Беатрис прокололи одно ухо. Беатрисочка, ну не плачь, малышка. Вот. Вот первая сережка у тебя. Смотри, какая сережка красивая. Смотри. Ну не надо плакать. Все хорошо. Сейчас еще осталось одно ушко и все. Все, 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 моя девочка сладкая. Все, Беатриса успокоилась. А ну-ка покажи свою сережку. Так, мы это ужасное дело закончили. Беатрис прокололи два уха. Вот одно. Вот второе. Беатрис было, конечно, очень-очень неприятно. Она плакала, бедненькая. Папа аж до сих пор самого трясет. И вот мы пришли в парк покататься. Сейчас посадим Беатрису на какую-нибудь качелю, чтобы ей было хоть как-то весело сейчас, а то она прям не может в себя прийти. Ну все, вот Беатриса уже развеселилась. Патрисия, раскатывай. Беатрис, ну что ты там? Сверкаешь сережками? Теперь уже никто не будет говорить, что ты похожа на мальчика, да? Да. Да. Ну, чуть-чуть похожа, потому что, как бы,
одну сережку видно больше, чем другую. Он забудет, что ей прокалывали ухо. Мы ту сережку, которая выпирает, мы ее просто застегнем до конца. Она не до конца застегнута. И тогда все будет хорошо. Почему не до конца? Ну, не успели закрыть до конца, она кричала. Ой, Беатрис, ты сделала мне такие вырванные годы. Да, и Патрисия тоже стояла, переживала, прям вся отворачивалась, беспокоилась за свою сестричку. Ты знаешь, Патрисия, ты когда была маленькая, в таком же возрасте, в 11 месяцев, я с тобой тоже пошел. Это я еще не 11 месяцев. Завтра ей будет уже 11 месяцев. Так. И мы тебе прокололи тоже в 11 месяцев сережки. Только у тебя были сережки, начальные вот эти медицинские сережки, они у тебя были не такие. Не цветочком. Они были у тебя, знаешь, такие, как гвоздик такой. Гвоздичек, да. Ну, тогда не было таких сережек. Красиво. Красиво, да. Что это было? Давно, в тот век? Не, в тот век. Это было сколько тебе? 6,5 лет? Это значит, было 6 лет тому назад, чуть меньше. Всем пока-пока и подписывайтесь на мой канал. Беатрис, пока-пока! Пока, скажи! Ку-ку!